Погода в регионе на ближайшие 10 дней пройдет по стандартному ноябрьскому сценарию. По прогнозам Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, характер погоды будет по-настоящему зимним. Существенное похолодание нас ждет только к середине недели, когда температура воздуха в отдельных районах края может опуститься до минус 25 градусов. Вторник окажется одним из самых дискомфортных дней недели. Будет пасмурно, усилится ветер и повалит снег. Температура воздуха составит минус 3, минус 4 градуса. В среду начнет холодать, днем будет порядка минус 6, минус 8 градусов. А ночь на четверг окажется самой холодной. На севере региона температура воздуха может понизиться до минус 25 градусов. Но похолодание будет кратковременным и уже днем в четверг будет не ниже минус 5 градусов. В пятницу и выходные в регионе будет циркулировать достаточно теплая воздушная масса. Каждый день будет идти снег, а температурный фон будет достаточно комфортным для ноября.